и гость Александр из города Москвы. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Михаил. Александр, ну, традиционно пару вопросов. Во-первых, откуда о нас узнали? Совершенно случайно узнал в интернете, искал, смотрел, какие есть варианты, наткнулся на ваш написание ваших катеров, очень понравилось, все, почитал отзывы, посмотрел кучу роликов, вот, оказалось, что еще и фактически земляки, у меня отец из-под Ростова-на-Дону, и вот, собственно, такими судьбами и попали сейчас на тест-драйв, хотим посмотреть, заказать. А что именно привлекло именно в нашей лодке, потому что производителей много, моделей много? Ну, на самом деле, мне понравился подход, то, что катер под ключ, потому что у меня до этого там в свое время была казанка с товарищем, и мы очень много ее сами там доделывали, ковырялись, еще что-то. Здесь катер под ключ сел, поехал. Вот, есть возможность сразу же установить кучу всего того, что нужно, каких-то мелочей и так далее. И плюс, ну, собственно, подход клиентоориентированный, скажем так. Не то, что вот что есть, то и бери, а вот можно прийти, посмотреть, выбрать, там, что-то обсудить. Вот, собственно, этим и привлекло. Понятно. Ну, еще вопрос. Для каких целей вы берете? Больше для рыбалки, для отдыха? Где больше, использовать будете? Больше для рыбалки. Вот мы приехали с сыном. Мы уже третий год ездим под Астрахань регулярно. Плюс в Ростове там иногда выходим тоже на рыбалку. Ну, собственно, вот для рыбалки и берем. Так иногда здесь прогуляться, конечно, тоже, наверное, нас это заразит. Но в основном для рыбалки. Какие ожидания у вас от лодки? Подскажите там. На самом деле, ну, мне чего хотелось бы, то есть из того, что вот, опять же, по опыту того, что было раньше, там, как мы берем на прокат, когда катера ходим и так далее. Хотелось бы остойчивости, ну и то, что, собственно, и привлекает у вас один из основных этих. Вот. Комфорт, на самом деле, ну, по комфорту они все примерно одинаковые. Сейчас вот посмотрим живьем, может быть, и что-то тут есть, что-то еще. Но основное – это остойчивость и удобство с точки зрения различных там наличия рундуков, аэраторов и прочего-прочего. Да. Ощущения непередаваемые, просто супер, то есть лодка волны не чувствует вообще, маневр, разворот в руках особенно профессионала, я-то развернулся, мне просто, не знаю, какие впечатления, вот, а волну даже при боковой волне лодка вообще не раскачивается, очень-очень понравилось, прям лодка просто супер, да лодка даже не поворачивается язык назвать, катер. Даже не, ну, мне больше всего понравилось, я говорю, то, что на ходу она тихая, брызг нету. Звук очень комфортный, глухой. И вот я говорю, то, что как она крен при разворотах, поворотах, при прохождении волны, это непередаваемо. После всего, на чем катались еще, это непередаваемое ощущение.